сегодня у нас новость мира Бейблейда номер 33. Бейблейд! Начнем мы, как обычно, с истории Бейблейда. Поехали! Первое сегодня у нас это Light Launcher LED. На самом деле, я думал, этот лаунчер менее редкий. Он был в B-162, B-190 и вот он на B-81. Я сильно удивлен. Дальше идет Alter Chronos. Это следующий Beyblade, который у меня есть. Это Balance Bey. Мне нравится его персонаж, циркач. У него балансирующий драйвер, в котором есть два режима. Атака и выносливость. А в крышке у него есть функция, тоже делающая нам два режима. Атаку и защиту. Дальше идет Knuckle Grip. Ручка Рантара. Эта ручка, если честно, мне не очень нравится, потому что она неудобная. Откровенно. И поэтому ее мало используют. Так что давайте перейдем к следующему. Следующее это более используемое. Но у нас в России этого очень мало. Это тройной кейс. 3G. Там у нас отсеки, в которых у нас лежат сборки. И подсмотреть комбинации не получится. Дальше идет Killer Doomsizer. Атакующий Beyblade со своей двигающейся косой. Он делает двойной удар. И это мне нравится в мультике. У него диск номер 2. Рамка Vortex. И наконечник Hunter. Ну вот такая вот история Beyblade. А сейчас давайте перейдем к следующим новостям. Beyblade. Ребята, на официальном сайте Hasbro появилась информация, что второй страной в мире, в которой будет квадрайв, будет именно Россия. А значит, скоро в детском мире появятся новые Beyblade квадрайки. Какие из них купить, вы можете посмотреть в описании. На этой картинке показаны первые волчки, которые выйдут у нас. Смотрите, ребята, тут стадион зеленый, двойные паки первые, циклон Рагнарёк, Фафнир, Рагнарёк, арена гиперкрутая с Эфиритом и Белиалом. Но чего-то здесь не хватает, а именно белого Белиала, да, его здесь нет. Неужели он выйдет позже? И по моим догадкам, где-нибудь летом выйдет Катана Мурамаса. Теперь все мы будем использовать новые слова «Кор» и «Апекс». Это режим высокий и низкий. Core низкий, а Apex высокий. А еще есть Core Plus и Apex Plus. Это значит, что плюс обозначает дополнительную насадку на драйвер. То же самое в Apex Plus, только тут он в верхнем вращении. Ребята, у Hasbro будут очень сложные бэи. Интересно, как они сделают Спригана? Наверное, просто с четырьмя насадками. Beyblade. На прошлой неделе распаковали Проминенс Валькирию, и в буклете обнаружилось вот это. Это новый рандом бустер. Сначала все подумали, что это рандом бустер нового сезона. И вот этот вот волчок главный бей. Но потом стало ясно, что этот волчок это слой точно Данжерус. Может быть это золотой Данжерус Белиал. И у меня есть по этому догадка. Может быть, что будет идти золотой Данжерус Белиал как главный Б. А также будут идти 5 Б. Гипериан. Мне кажется, что-нибудь они в него положат. Также Гелиос. Потом Драгон. Ахиллес Инфинити с атакующей рамкой. И Ультимейт. Заметьте, все Б протагондистов. Это значит, что это будет добрый бустер. И они все будут сражаться против злого Белла. Ребята, сейчас нужно обратить внимание на то, как Такара Томми заканчивала сезоны, начиная с третьего. 14-й рандом бустер. Золотой. Ну, то есть, крутой. В рандом бустер тут не все золотые бои. Потом, 4-й сезон. 19-й рандом бустер. У нас тут 4-й сезон. А в 5-м сезоне 24-й. Хотя нет, ребята. В 5-м сезоне последним выходил Дэд Соломон. Но это то же самое, как Трайден. Относится Трайден к третьему сезону, а Соломон к шестому. Но у меня есть небольшая теория по новому рандомбустеру. Все рандомбустеры эти выходили в феврале. А сейчас Такара сместила на март. Это произошло из-за Проминенс Вальки. Помните рандомбустер с Перфект Белиалом, обычным? Тут может быть то же самое, но будет целый Белиал, сразу вот он, Данжерус.
в золотом каком-нибудь свете. И будут волчки, в которых будут идти гиры. А также отдельная валькирия, которая, скорее всего, просто будет золотой. Ведь это же последняя валькирия, ребята. Я слежу за всеми новыми продуктами Такаратоми и их интересными новостями. И буду все вам рассказывать. Ну а сейчас Random News. Сегодня в Random News эксклюзивные ручки. Что? Я делал наклейки на ручки, но здесь кто-то взял и перекрасил уже крутые ручки. И выглядит это, если честно, очень круто. Кому тоже нравится, ставьте лайк. Ребята, посмотрите, как в японских магазинчиках продают детали для Бейблейда. Ребята, то есть ты подходишь, выбираешь себе детали для комбинации, покупаешь и идешь прямиком на турнир. Мне нравится. Ребята, давайте насладимся коллекцией призов с турниров одного известного блейдера. Тут все есть. И горячий металл, и стандартный бейблейд в крутых расцветках, золотые, редкие. После такой большой коллекции у нас идут мемы Бейблейда. Анонсы канала. На следующей неделе конец турнира, а также много-много распаковок. А именно вот этого вот всего. Готовьтесь, ребята, будет жарко. Лонжинус от Флейм, Данжерус Белиал от Флейм, Белиал и Рагнарюк в крутых цветах от ASH или от SN, непонятно. И G5 Фафнир. Не Флейм, но G5. А также мои любимые волчки Аполлон и Артемида от СБ. Готовы? А еще скоро я жду B194. Готовьтесь, ребята. По ссылке в описании вы сможете купить эти бэй дешевле и другие. А еще на AliExpress вы можете получить специальные промокоды, которые сделают вашу покупку Бейблейда намного дешевле. Бейблейд! Ну вот такие вот сегодня у нас новости. Ну а сейчас всем пока и до скорых встреч!